Готовим картофельные булочки. Берем картофель, я натерла его на мелкой терке, добавляем соль, сахар и оливковое масло. Далее вливаем 180 мл сыворотки. Все хорошо перемешиваем. Сюда же выкладываем 400 грамм муки, разрыхлитель. Готовим тесто для булочек. Готовое тесто убираем в теплую комнату на 1 час. Тесто немного поднялось. Лепим небольшие шарики и выкладываем в стеклянную емкость. Смазываем яичным желтком и выпекаем 25 минут. Далее для смазывания берем оливковое масло, чеснок и укроп. Смазываем хорошо каждую булочку. Выпекаем еще 7 минут. Булочки готовы. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.